Azizanam, Azerbaycan, seni bağlayan Azerbaycan. Добрый день, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях узбекский оперный певец, руководитель ташкентского ансамбля «Регистан» и путешественник Хурсан Шеров. Он совершил одиночный велопробег, посвященный памяти Муслима Магомаева. Добро пожаловать в Азербайджан! Спасибо большое! Хурсан, почему именно Муслим Магомаев? Как зародилась ваша любовь к нему и к его творчеству? Ну, как я закончил театральный вуз, я уже стал профессиональным артистом, актером драмы, театра и кино. Был влюблен с детства азербайджанскому искусству, но пение Муслима Магомаева завоевало больше, потому что первая песня, когда я сдавал экзамены, это была песня «Ты моя мелодия». Вот с этого началась у нас любовь между Муслимом Магомаевым и творческими людьми, которые поют его песни. Это самая большая честь для каждого артиста. А песни, они уже в душах у нас. За это я люблю Азербайджан, за это я люблю Муслима Магомаева. Насколько нам известно, вы хорошо владеете азербайджанским языком. Как вы выучили азербайджанский язык? В детстве меня окружали много ребят, которые азербайджанцы. Мы тогда не знали, кто ты, кто по нации. Но мы знали, что от языков отличались. Если они говорили, я говорю на азербайджанском, я старался, чтобы быстрее выучиться и быстрее с ними дружить. А были ли вы лично знакомы с Муслимом Магомаевым? Я не успел, к сожалению, когда уже собирался в Москву на встречу, и ушла моя мать. Через год уходит из жизни великий Муслим Магомедович Магомаев. И тогда у меня получилась боль. Какая песня из репертуара Муслима Магомаева в его исполнении является вашей самой любимой? Все песни его для меня любимые песни. Но они чаще, побольше у меня спрашивали «Синяя вечность», «Свадьба», «Мелодия», «Ноктюрин», «Элегия», «Азербайджан». Какого числа вы начали свой велопробег и какое расстояние вы преодолели? Было ли это сложно? 21 июня этого года к нам приезжает с визитом президент Азербайджана, уважаемый Ильхам Алиев, и наш президент, уважаемый Шавкат Мирамонович Мирзияев, они подписывают договор, дружественный договор, и в том числе там есть культура, спорт. И я, поучаствовав в этих мероприятиях, я дал день прибытия президента Ильхама Алиева, старт с Ташкента по всю регионам, по всю странам, республикам Центральной Азии, приехав в российскую территорию, я проехал и успел 17 августа, день памяти Муслима Магомаева, с юбилейным датом, взложил цветов, отдал дань, почтил память. И я продолжил с песнями Муслима Магомаева, проехав, где его молодость остался, Вышний Волочек, Тверская область. Проехал Великий Новгород, проехал Санкт-Петербург, везде встречали меня, тепло встречали, диаспоры, азербайджанцы. Я с узбекской общиной. Особое внимание было, у меня сильная поддержка началась с Казахстана, с города Нур-Султан. Я их могу назвать имена. Руководитель культурного центра, азербайджанского культурного центра города Астаны, уважаемый Видади Агаев, Заур Мамышев. В Петропавловск я приехал, дал концерт, помог мне Чингис Курбанов. Все азербайджанцы, которые живут и любят Муслима Магомаева, они поддержали меня. Приехал в Казань, меня встречал уважаемый Рамис Мамедов, который он мне выручил флаг и сказал: «Ты донесешь этот флаг с победой, донесешь до города Баку, где родился Муслим Магомаев». Я очень рад, я по всю странам, городам я приезжал, там были концерты, День города. Я попал как раз в Вышний Волочок, в Твери дал концерт, везде-везде. Но самое незабываемое у меня — Пятигорске.
Вот как раз я уже в Минводы приехал. Когда приехал в Минводы, у меня, вы не поверите, я встретился с теми людьми, которые, я их не знаю, но они мне такой подарок сделали. Никто не сделал такой подарок. Смотрю, говорят, вам от Тамары Синявской подарок, получите, пожалуйста. Я говорю, а что такое? Открываю, там смокинг, белый смокинг. Я говорю, а у меня есть свой форма? Нет, говорит, вы как раз выступите на концерт Петра Кисловодске. И от имени азербайджанской диаспоры скажите пару слов. И поднимите флаг Азербайджана и Узбекистана выше. Я поднял, и тогда попросили, спой о спорте, о спорте. Я начал петь. И благодаря Тахмасу Зейналову, Асиф Мусаеву, Джаваншир Исмаилову, я приехал в Баку. Я приезжал в 16 году, я приезжал в Баку в 18 году, встреча с Тамарой Ильичной Синявской, а потом она предложила, продолжайте мотивацию Муслима Магомаева, если вы такой поклонник. И я понес этот флаг с Муслимом по всю Грузию, по всю Турцию, завершил с победой. Но это 80-летие, это не только для меня, земного шара, как пел он в своих песнях. Я смогу держать в ладонях солнце, я пройду сквозь годы времена, я все смогу, если меня поддерживает великая страна. Это Азербайджан на земном планете оставил имя свое, Муслим Магомаев. И всегда я приношу и говорю, светлая память. Планируете ли вы повторить ваш велопробег? Вы измените свой маршрут? Обязательно. Флаг Азербайджана с Узбекистаном, как дружба народов, и с Муслимом Магомаевым проехать те края, Восток, Индонезия осталась, Япония осталась, и осталось те края, например, переехать в север, Аляску, Канаду и Америку. И в том числе там меня все приглашают, ждут. К нам тоже привези Муслима Магомаева. Evrenim anası sen, kardeşlik dünyası sen, anamın anası sen, Azerbaycan. Я люблю Азербайджан, люблю Узбекистан, люблю солнечный Баку. Спасибо. А знакомы ли вы с другими представителями азербайджанского искусства? Ну, конечно. Я первый, когда приехал в Баку, 2016 год, нечаянно я встретился с, честно говоря, с офицером, который он защищал родину, Карабахи, и он, Савухи его, ну, я его потерял, честное слово. Он меня показал, устроил теплый этот уют, приютил, дал ночлег, показал всю город, и в том числе я, есть там в моем канале ролик великого Эйдара Алиева, памятник, почтил память Муслима Магомаева, Алилея. Тогда не было этот памятник в бульваре. А потом я всех композиторов, великих азербайджанских творческих людей, всех знаменитых ученых, академиков, я всем преподнес почтение, почтил память. Это Алилея. Не забуду, у меня есть ролик, который я в 2016 году приехал с Китая. У меня есть форма одежды, которую я ношу, там смокинг. А вы не поверите, меня привели в Баку в ресторан в Китае. А я спрашиваю, харда бизим кардашларым, наным досларым, азербайджан кардашларым звар? Нет, говорит, это ресторан Баку в честь Магомаева. Я удивился, я говорю, а как вы узнали, что я? Ну, так-так, придется вам спеть песни. Я там спел песню «Свадьбу», «Синяя вечность», и в том числе вот мелодию спел. Вот так. Спасибо за столь увлекательную беседу. Вам спасибо. Приехал в Баку. Меня встречает комитет. Самые уважаемые люди, которые ждали меня. Я хочу выразить благодарность. Особое внимание, спасибо большое Фуад Мурадову, что оказали мне такую встречу, уважаемому Руслану Гулиеву. Спасибо большое вам за внимание моего велопробега
и за теплую встречу, за дружественную встречу. Надеюсь, что мы, туркиязычные народ Средней Азии, всегда мы с вами. Наш уважаемый президент Ислам Абдуганич Гариев всегда говорил: «Карабах – это Азербайджан». И за это я могу так сказать. Мы верим твердо героям спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена. Светлая память Муслиму Агамаеву.